дорогие друзья, братья и сестры. Конечно, всегда с великой радостью вспоминаем учебу в духовных школах нашей Альма-Матер, Санкт-Петербургской духовной академии семинарии. И, конечно, особое чувство – это первое посещение. Когда переступаешь порог духовной школы, конечно, с трепетом и со вниманием поднимаешься в храм, молишься и понимаешь, сколько людей, сколько студентов, сколько и святителей, батюшек, сколько людей прошли этот путь, путь учебы в этих замечательных стенах. Поэтому, конечно, вспоминая первое желание поступить в семинарию, помню, когда мы сдавали экзамен, тогда была Ольга Ивановна Пономарева, вот, мы ей сдавали документы, фотографии, очень переживали с трепетом, относились, готовились, поступили. Мне, конечно, первое, когда заходишь профессорскую, тебя спрашивают, и что-то там спеть нужно было, рассказать молитвы или что-то другое. Конечно, это чувство, и как стоишь как перед Богом, понимаешь, такую ответственность, понимаешь, такую, такой трепет. И, конечно, самое главное, конечно, люди. Тогда был, когда я помню, был отец Владимир Сорокин, ректором был сейчас настоятель князя Владимирского собора в Санкт-Петербурге. Замечательный преподаватель был отец Георгий Тельпис, наш профессор. И замечательные были профессора отец Аркадий Иванов, которых, к сожалению, многие уже ушли, отец Ливерий Воронов. Те люди, которые были старые школы, те, кто учились до революции, как отец Ливерий Воронов. И, конечно, сегодня, вспоминая школу, я очень благодарен Богу о том, что я учился и закончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Поэтому я всем желаю, чтобы каждый из нас, кто имеет желание, учился именно в Санкт-Петербургской духовной школе. Храни вас Господь и благослови.